Сегодня у нас 1 июля 2016 года. Это поселок Потеряевка, лагерь Стан наш православный. Вот. Вот встречаем гостей наших. Сергей Павлович Попков. Сергей Павлович, ты машину поменял, что ли? Здравствуйте. Мир вам. Добрый день. Мир вам. Геннадий Тимович. Все хорошее. Приятно. Спасибо. Так. Здорово вы. Здорово. Значит, все. Проходите сюда, ребята. Давайте. Вещи вытаскивайте свои. Сейчас будем заносить, а потом разбирать будем. Давайте, вооружайтесь. Вы доехали до места. Сережа, проверь все, чтобы ничего не осталось. Потом у вас все вещи перепишут. По описи будут обратно выдавать. Пока выставляйте вот сюда вот. Сергей Павлович, ты побудешь маленький или сразу домой? Побуду. Побудь. А, отобедаешь с нами. Сейчас у нас государственная комиссия должна приехать. Много мальчиков погибло. Уже прожил. В трех лагерях, кажется. Сразу 14 утонуло только. Uh-huh. И от Путина указания сейчас трясут все лагеря потрохами. А у нас приехали прокурор, милиция, у нас все нормально. Так, помаленечку давайте заносите туда. Давай. Сейчас перенесем. Так, ребята, помогите унести вещи. Сейчас, сейчас, так. Подожди. Окошко так, надо заднее закрыть. Да. Я помочь. Ну-ка, давайте, помогите вещи унести. А ты фотографируй мне вещи. Мало. Делай снимки, что-то. Это не на солнце, а в солнце. На солнце никогда не фотографируй. На солнце. На солнце не надо дожди, когда повернуться. Давайте, проходите. Все. Там большая сумка, идите большую, принесите. Сядем. Ты услышал, что? Андрей, ну-ка, силачи мои. Давайте. Вот как я встречал. Видишь? В аэропорту. Канада в лагерь. Канада в лагерь. Сергей Павлович. Канада в лагерь. У нас есть место. У нас есть еще одно место. Так, палатку принесите. Где, скажи, палатка? Где палатка? Вон, на вещевом где должен быть. Давайте. Две палатки принеси. Даже три. Во. Так, укажем, где находиться будете, какой цели. У нас порядок такой, как здесь, сразу назад поворачивай. Да. Подожди, вот так. Назад. Вон, видишь, как парень стоит? Ну, угу. Все. Вот так держи, такой порядок, чтобы глаза были открыты. Сейчас расстелят палатки, вы каждый себе разложите, и воспитатели будут записывать. Расстилай палатки. Да там подальше, на траву. Не, не на дорожке, не место. Вот сюда где-нибудь. Вот а тут? Аналой этот. Угу. Ну и там тоже. Детские вещи. А? Детям вещи. Детские, которые стоят. Детские. Я ему. Он всего привозит. А ваши волосы не распечатают. Это ваше дело. Хотя смотрите сами. Так, отодвиньте палатки друг от друга. Так, расставьте вещи свои. Сумки свои расставьте где? Где кому какая принадлежит? Давайте. Так, ты не знаешь. Да. Хозяева, расскажи. Изберите себе палатку какую-то одну. Мальчик, девочка. Вот так. Так, третий кто туда? Твои вещи где? А, у нее где? Нет, на отдельную палатку. Вон, да, тогда иди на ту палатку. Так, ты как, ты перепишешь? Так, вот две путевки да. И 13 тысяч за Барнаульский. Это Синько. Да, понял. Хорошо. Так, Володя. Вот они, их документы, синьковские.
свидетельство о рождении и сертификат о прививках. Это им назад что-то возвращать, нет? Да, да, да. Им надо назад возвращать. Ну, сертификат. Можете сфотографировать. О профилактике прививку. Ну, это держи, это отдельно. Давай сейчас мы снимем копию. Держи. У нас по-другому никак. А это вот... Как правильно это сделать? Памятка это не касается. Вот это вот, значит, да? Давай документ. Медицинская карточка. Это страховка от клеща, Игнатий. Так, возьмись за это дело, Галя. Давайте. А потом помоги переписать, там кого-то оставишь. Так, бумагу бери. Надо бумагу дать. Там тетрадка есть, тетрадка у меня. Сказала, на здесь можно было... Дядь Володь, а можно я буду записывать? Подожди, там тетрадка была, сейчас я... Тихо, зачем я пошел? Не знаю, где тебе тетрадки. Нет, я-то знаю. Ну так и иди. Вот. Давай. Давай, иди. Так. Распечатывайте вещи. Вещи раскладывайте. Вещи все. Все вытащи из сумочки. Все вещи разложите. А их перепишут, а потом заберете. Мальчики могут, помогайте ему разложить. Ты отойди, ты не нужен совсем. Зачем крутишься рядом? Так, ничего не забудьте. Давайте. Прям пошире раскладывайте, что можно было брать. Буду спрашивать, как называется. Так. Сапоги отличные. Это время много не займет, зато удобно, когда уезжает. Он по офису все возьмет. Вон она. Уже знаю, по-другому никак нельзя. Он еще проще будет привозить. Канаву. Ну, а я придумал. Да? Да. Вот там рядом, я как раз интересовался, как там улетит на рейтинге. А вот он улыбается. Ну все, мам, я приехал. Алло. Только что заехал. Какую серию интересно? Ну, вот там нельзя. Да мы спросим, увидеть хочу. У нас одно место свободное. Мы хотим, как бы нельзя. Да, хорошо, аллилуйя. Нет, не будет. А нам, это вызовешь, не бойся. А что ты болеешь? Сейчас, помолись. Так зачем они тебе? Потребнадзорами, откуда там их не выговоришь, какие комиссии. Сейчас я за собаками хожу, они свои. Тебя с собой есть? Да, вроде так. Ну, я тоже сейчас в лагере. А ты надолго, брат? На месяц? Ничего себе. А Игнать Хорошев хоть поест, говорит. О, вот у троих Сергей подрался. Сколько? 15, Володя, да, у ваших? Да, 15. 15 плюс 3, 18. 18 человек. Сегодня костер будет. Ай, Сергей, у него все получается. Собаки рядом вон обижали. Не знаю, я так. С Богом. Да вот меньше стало. Такой закон. Чем больше ребятишек, тем комаров меньше. Так, Тимоша, можешь раздуться. Сколько на тебе нас сделано? Ну, посмотри. Ну, все, ни комаров, нет ничего. Вот почему ты сейчас... Вот он как раз подошел, ходит. Вот скажи, почему так ты одеты? На улице очень тепло. Комаров нету, ни одного комара нету. Надевал на себя, это для здоровья, это не полезно. Почему люди... Как-то едут, загорают и прочее. Тебе это надо носить? Носить, снимать я себя не буду. Ты взрослый.
Можешь все шубы на себя надевать. Потому что если я скажу, значит, тебя решили заболеть. Не скажу, решили спарить. За стол, когда садишься? За стол садишься, рукава, чтобы будет. И платочек. Чумазая, ты чумазая. Катя, может, оттерешь ее, а? Посмотри на нее, на это чудо. Но батюшка здесь, мы сходим к нему, он уезжает. Он в Барнауле неделю, это в воскресенье, а другой здесь, чтобы он познакомился с вами. Ну-ка, стой. Так, подожди, а ты откуда взяла? А зачем взяла? Положи. Положи. Телефон! Не имеете права трогать руками в них. А ну-ка, отойдите оттуда. Чужие вещи-то не трогайте. Где мне, в какой келье? Говорил, ну, во вторую ложись. Во вторую? Да, да. С Виталием. Молодец. Кого? Взял собак, рука взял дрессировочный. А если список есть, переписывать нужно? Не надо. Хорошо. Просто в тетрадку вложите туда. Или в гости пришел? Нет, в лагерный. Мне надо всегда. Два раза выказывать. Володя, все там заканчивай. Они вот, они в деревне уже напротив Мужкова. Угу. То есть тебя закрывает, да? Нет, ничего не надо. Не надо? Не надо, я дома. Нет, иначе начнем. Да, прерывать, это прерви и все. И те